Пропавший мальчик из Краткировского района объявлен в федеральный розыск. Оник Арзуманян ушел из дома приемных родителей в поселке Подтыбок еще 29 июня, и до сих пор его местонахождение не установлено. Всех, кому что-либо известно о пропавшем подростке, просят позвонить по телефонам в Сыктывкаре 28 28 39, 28 28 41 или 02.